В связи с двойным терактом, произошедшим накануне у здания управления службы судебных приставов в Махачкалу, сегодня прибыла комиссия во главе с руководителем ведомства Артуром Перфенчиковым. Главную задачу мы выполнили, то есть это определились с помощью пострадавшим. Сейчас, конечно, еще нужно думать о семьях погибших, вот чем мы сейчас и займемся. Я думаю, что все сотрудники получат соответствующую помощь материальную. Ну, конечно, может быть, это менее важный, так сказать, результат, но тоже сейчас занимаемся вопросами материального ущерба, который причинен зданию. Но по первым таким результатам материальный ущерб не очень значительный. Я думаю, что мы в ближайшее время здесь все восстановим. Сейчас в поврежденном здании ведомства ведутся восстановительные работы. К счастью, жилые дома рядом не пострадали. Парфенчиков напомнил, что подобный теракт произошел и в Ингушетии в 2009 году. При взрыве около здания судебных приставов тогда погибли 8 человек. 24 было ранено. В Махачкале в результате вчерашнего теракта погибли 4 человека, среди которых 2 пристава по обеспечению безопасности. Ранения получили 16 работников ведомства. Медицинская помощь понадобилась в общем более 50 пострадавшим. Повреждено порядка 30 машин.